Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня встречается со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут в Москве в узком и расширенном формате. В составе белорусской делегации также первый вице-премьер Николай Снапков, министр энергетики и финансов и председатель концерна «Белнефтехим». Главная цель пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси – обеспечение стабильного роста экономики страны. Таким мнением поделилась глава парламентской комиссии по бюджету и финансам Людмила Нежевич. По ее словам, только на основе сильной экономики возможно достижение запланированных параметров роста благосостояния и благополучия граждан. С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет. Повышение связано с ростом средней зарплаты. Таким образом, со следующего месяца пособие на первого ребенка составит без малого 473 рубля, на второго и последующих – 540. Ботанический сад в Минске приглашает на фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур. Создавать фигуры будут 8 команд профессиональных скульпторов и 10 студенческих. Для гостей организуют музыкальную программу, развлекательную викторину, конкурсы с розыгрышем призов и пиротехническое шоу. Торжественное открытие фестиваля пройдет 30 января в 14:30. Посмотреть на скульптуры можно будет по 7 февраля. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник и среду из-за сильного ветра и осадков. В целом погода на неделе будет иметь неустойчивый характер. Ожидаются мокрый снег и дождь, ночью местами сильный снег вьюга. Возможен туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 23. Температура воздуха ночью опустится от 0 до 5. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.